Вплоть до 1961 года прошлого века в нашей стране произрастали тысячи гектаров полей конопли. В 1961 году СССР подписал Конвенцию ООН о наркотических средствах, инспирированную США. Согласно конвенции, растение наряду с героином было объявлено опасным наркотиком, не имеющим никакой практической ценности. Было предписано его всячески уничтожать. С тех пор из широкого бытового обихода исчезло конопляное масло, ткань и другие продукты, производившиеся из этой сельскохозяйственной культуры. Неизвестно, с какой целью кто-то вырастил на поле в Брянском районе более 150 кустов конопли. Дикорастущую, ныне запрещенную культуру обнаружили полицейские в ходе профилактического рейда. При проведении рейдовых мероприятий неоднократно выявлялись факты произрастания дикорастущей конопли. И сегодня было принято решение еще раз проверить данное место произрастания дикорастущей конопли и выявить последнее растение, которое находится на данной территории. Улов оказался удачным. В зарослях крапивы полицейские обнаружили множество порослей конопли. Было принято решение выпалить растение и сжечь. В дальнейшем мы также планируем проводить профилактические рейдовые мероприятия с целью выявления произрастания дикорастущей конопли, либо выявление мест культивации данной конопли, либо выявление дикорастущего мака с целью его уничтожения, дабы провести профилактические мероприятия, чтобы в последующем данные виды растений, они не были использованы наркоманами. Полицейские ведут поиск лиц, которые вырастили эту коноплю. Александра Седачева, Андрей Гапонов. События, Брянский район.